Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня приехал на рыбалку на снегоходе. Мы приехали втроем, уже расставили жерлицы. Хотел сегодня сделать ролик такой, нарезку ролика с прошлых рыбалок. Тоже мы ездили, как мы катались, как мы застревали, как я делал обкатку, как он идет по пухлому снегу. Хороший аппарат, мне понравился. И самую главную проблему хотел рассказать вам сегодня, это о запуске двигателя, с проблемой, с которой я столкнулся. Плохо заводился, запускался двигатель. Все в этом ролике я расскажу. Но пока оставайтесь на канале и еще подписывайтесь ко мне на канал на Дзен, где я буду выставлять статьи, видеоролики про охоту, про рыбалку. В общем, сейчас все знают обстановку в стране, все сейчас переходят на Дзен, все каналы с Ютуба, все хотят перейти на Дзен. Ну, у меня он как бы был давно, этот канал, ну я решил обратно вернуться к Дзену. И ссылку оставлю в описании под видео. Вот, друзья, нашел такое более-менее пухлый снег, глубокий участок. Сейчас попробую проехаться здесь. Ну, здесь по колено. Ну вот, небольшой мой след. Я небольшой участок проехал. Легко зашел. Здесь даже такой подъемчик небольшой. Пухлый снег. По пухлому снегу он идет. Одному вообще прям нормально. Ну вот он, я стою. Здесь по колено, где я проходил. Здесь прям много пухлого снега. Сейчас немножко вот здесь кружочек сделаю, попробую развернуться. Там тоже пухлый снег. Видно, что много снега выпало. Вообще по пухлому хорошо идет. Но немножко, когда назад сдаешь, он начинает, конечно, зарываться. То есть туда-сюда пока вперед-назад сделаешь, чтобы развернуться, этого хватает. И вперед он хорошо выходит. По колено идет. У нас пока просто по пояс не выпало снега. Но снег прям обильно идет. Хороший снег идет. 2 дня обещают снега. Если будет по пояс, буду по пояс его тестировать. We'll be right back.
Ну да. Вот тебе и щука. О, ух ты какая! Вот это щука! Двушка по-любому! Не, двушка, двушка. Щипцы надо. А говорите, нету щуки. Короче, пока катались на тот берег, под берегом там окуни пару штук поймали и все. Сейчас пока приехали, две жерлицы встали. И одна запутала, короче, все. Короче, а мы думали, что запуталась, а в итоге там что-то сидит. Есть, сидит. Есть, да? Да. А, фига себе. Во, во. Это тебе. Вот, это тебе, Тимуха, на жареху. Ура! Мамка тебе пожарит. Вот нафига он туда полез? Копает. Взял, полез туда, блин. Хотел вот так спуститься. Нахера тебе кусты все обсыкать? Я бы прошел. Меня выкинуло с горки назад. Я так-то пошел. А обратно, видишь, меня сюда. Горка, если бы не было, было бы нормально. А так с горки выкинуло, видишь? Не, вдвоем бы нахуй сразу бы вышли. Ты газу, а я толкаю, он идет туда. Его надо на шасси туда поставить и все. Ну капец, конечно. Отправили подсать, он, блин, застрял. Поставил, блядь. Дай попробую, как он по лесу. Зайду и выйду. Ага, сейчас. Ты знаешь, какие сугробы по шею? А я поднялся, посмотрел, нахуй. Не, пойду я назад. Меня один назад взял, меня выкинуло сюда, сука. Видишь, в ту яму, блядь. Вон яму. Вот. А так бы я, нахуй, вышел назад. А, ну да. А здесь яма меня выкинула. Так бы я пролез бы на нем. Может, и пролез бы, но тут, да. А пролез, если бы вот, уклон. Если бы там яма не была, я бы не ушел сюда, она по колье шла обратно. Это бывает все. Ну, бывает все. Сейчас вдвоем вытащим. Ну все, выехали. Вдвоем вытолкали. Это первое застревание у нас в этом году. Ну здесь, конечно, вон кочки болотистые. Такой вот снег, рыхлый, мягкий. Снега тут капец, конечно. О, больше, чем по колено. Нормально так. Не, он идет по нему, идет. Просто Витя, блин, неопытный водитель. Первый раз сел за такой снегоход. Полез туда, в горку. Вот. Вроде заехал до конца, потом начал спускаться, и все, и здесь зарылся. Пришлось в горку тоже подняться, там наверху развернуться и спуститься. Так идет. Снег пухлый. Так, мое обращение к разработчикам снегохода Promax 700. Снегоход нормальный, все хорошо устраивает. Одна есть проблемка, хотел поделиться, чтобы устранили. Она, в принципе, не такая уж и такая проблемная, но я немножко тут поковырял. В общем, смотрите, с подсосом проблема, карбюратором все хорошо, хороший карбюратор. Вот, вот это вот, как бы показать, вот это вот лапка, которая открывает заслонку. Вот ее можно вручную открывать, конечно, но лучше тросиком. Вот я столкнулся с такой проблемой, что он плохо заводился. Думал, что-то с карбюратором. В итоге нет. Короче, вот эта вот лапка должна быть на рукоятке руля, с помощью тросика подняться, да, до конца. Вот. Ее надо, чтобы она была поднята. Видите, вот холостой ход у тросика слишком большой. Вот этот сам тросик, надо его укоротить, меньше сделать. Потому что хода самого тросика на рулевом управлении вот здесь вот его не хватает. Я открутил нижнюю крышку и его сместил сам курок вот до середины. А по сути он как бы вот до этого паза, да? Вот до этого паза он
доходит и все, дальше не идет. Ну, я вот временную проблему решил. Как бы вот. Вот так он расслаблен. Вот так вот. Вот здесь он должен стопориться. Но я сделал так, что он дальше пошел, этот тросик. И тем самым подсос открывается полностью. Так что такая проблемка. Надо тросики сами делать чуть-чуть короче и смотреть. Когда натягиваете, включаете подсос, надо смотреть, там на карбюраторе поднялась ли она до конца. Вот. Вот сейчас поднимается и нормально запускается двигатель. А до этого не мог разобраться, почему, в чем проблема. Плохо заводился и все. Ну а, друзья, такой небольшой ролик у меня получился. Я думаю, пока что этого достаточно, потому что я понемножку буду вам представлять этот снегоход потихоньку. В морозы как бы не хочется ездить, конечно. В морозы аккумулятор садится. Кстати, на таких снегоходах небольшой аккумулятор идет там 8-амперный, по-моему. Его лучше, конечно, когда приезжаете на рыбалку, если вы с палаткой приедете, его лучше снять и в теплую палатку положить. Потому что такие вот сейчас, которые идут аккумуляторы, они подмерзают немножко. Вот. Лучше, конечно, аккумулятор еще один дополнительный покупать, второй, чтобы был в запасе, где-нибудь у вас лежал в рюкзаке или в кофре. Но единственное, не советую я ставить большие аккумуляторы от машины, потому что это будет чревато для генератора. Генератор может просто накрыться. Ну, а так все. На этом, я думаю, оставайтесь на канале. Всем пока, всем счастливо, до следующих обзоров и до следующих рыбалок.